Друзья мои, привет, с вами Кентавр, добро пожаловать на игру под названием Breakwaters. Мы с вами, конечно же, продолжаем, это у нас целая, наверное, там седьмая или восьмая серия, само собой. Но хотел кое-что подметить. Игра вышла в Steam, но в полную продажу, там она вышла в ранний доступ, само собой. Но она уже 9 декабря, она уже доступна, то есть можете ее купить. Да, мы еще об этом еще поговорим, так что давайте зайдем в нашу карту и в наш мир. Вот, короче, мы здесь с вами, мы чувствуем себя хорошо, вот такой у нас маленький такой персонаж, у него броня, блин, ну разработчики, ну елки зеленые, ну вы сделали, короче, я потратил столько времени, типа там поиграл туды-сюды, сделал себе якобы броню, вот такая вот у меня броня есть, да, ну где она-то, видно-то у нас. Короче, где-то она у нас видна, да, ну, на груди нашем видна броня, но можно же было сделать ее как-то побольше, посерьезнее, чтобы она и сзади там защищала. Ну, я не знаю, вот это мне лично не нравится. Но у нас есть большие такие плюсы. Плюсы в том, в нашей серии, это в том, что мы сегодня попробуем, я надеюсь, что мы с вами успеем, поплыть. Мы сейчас находимся вот здесь, вот на этих вот Канаполи островах, или Канаполи Вилледж, это у нас село, короче, Канаполи. И есть меточка, которая появилась на карте вот здесь. Такая же меточка под рисунком дома была у нас на этих островах. Когда мы их еще не открывали, тоже такой же домик был. И, как я понимаю, если мы пойдем... Это очень далекое путешествие, прям трындец какое далекое. Это нужно, я не знаю, вот эти острова имеют там полтора, ну, скажем, один квадрат между ними, да, территории. А здесь у нас, смотрите, от этого, скажем, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на восьмой, короче, квадратик у нас будет какая-то меточка, какая-то очень серьезная точка. Не знаю, что там будет, но это мы должны с вами тоже, что такое, посмотреть. Такс, здесь, короче, все свои дела я решил. Да, мы знали, что здесь у нас есть вот такие задания. Этот чувак нам дал задание кого-то там убить с помощью наших вот этих вот синих стрел, да. И мы это сделали, но каким-то образом я никакого, как это сказать-то, никакой отдачи, можно сказать, да, никакой отдачи от этого не увидел. Это очень странно, то есть ты крафтишь всякую ерунду, делаешь всякую хрень, а отдачи вот по этой теме никакой. Ну, в смысле, ты как бы им даешь что-то как, на тебе, хотел убить этих... кабанов, короче, синих. Синие кабаны. И здесь у нас же есть синие кабаны, да? С помощью этих синих стрел. А отдачи, курица. Чё ты? В смысле, курица? Ты чё, сейчас страх потеряла, блин? Иди сюда, кому говорю. Чё такое? Это мне для стрел как бы надо, поэтому чё-то мне нужно скинуть. Давай крабшел, короче, скинем. Иди сюда. Скинь его. Нехорошая штука. А вот это вот мы возьмем. Вот так вот. Есть контакт. Что еще с тебя тут выпало? Файнсен мне вообще не нужен. Да, курочка была здесь и нет ее. Ну, и такие нюансы, как бы, я не знаю. Ты вот дошел до этого, пришел к этим островам, а тут ничего. Ну, в смысле, да, красиво. Да, прикольно. Крабик, блин, заколебал, блин. Я только сейчас скину чешую, блин, с другого краба. Где мой корабль? Поехали. Все, мы, короче, отсюда уплываем. Мы идем к себе. Домой. Да, игра прикольная, я не спорю, да. Люди еще жалуются насчет оптимизации, что ее как бы вообще почти что нет в этой игре. Очень странно. Ну хотя что сказать, на моей машине как бы, да, на моем компьютере. Здесь сейчас я вижу 77 FPS, 76. Вот смотрю на остров, допустим, сколько там будет? 69 FPS. Ну не знаю, много ли это или мало, но я считаю, что Ого, мы прям это, чуть ли там на мель сели, да? Надо подождать воду. Можно было еще все-таки побольше. Потому что на таком компьютере, как мой, как бы не топовый, но все-таки неплохой, можно было все-таки побольше FPS иметь. Так, нам нужно влево, короче, уйти. И, так, вода есть? Есть, вода есть, отлично. Все, поехали. Поехали. Сейчас мы направляемся с вами к нашему дому. Будут встречать нас, само собой, бандиты разные, всякие вот такие твари, которые хотят нас убить. Не знаю, может быть, нужно будет когда-нибудь их все-таки убить. Ну, попробовать хотя бы, что с них выпадает. Но пока у меня не получалось. Я хочу себе открыть... Кстати, там нужно было чуть ли там 1000 монет. Да, мы смотрели, сколько нужно для того, чтобы... Сколько монет нужно для того, чтобы открыть новый корабль. Там написано было 1000 монет. И да, 1000, вроде 1000. У меня сейчас там 100 с чем-то и так далее. Это очень мало.
Стой. Вот так вот. Ветер выловили. Отлично. Правильно плывем? Я хочу к своему острову. Там кое-что скинуть, найти, скрафтить себе больше еды, воды, и потому что путешествие будет долгое. И посмотрим. Кстати говоря, насчет игры. Почему-то люди в рецензии по игре, они отзываются о игре очень плохо. Как бы в основном, написано прямо в Steam, в основном отрицательные отзывы по игре. Ну, я не знаю. Говорят, сырая. Говорят, крафт непонятный. Говорят, боевка непонятная. Много чего там говорят, короче. И многим она, не знаю почему, но не нравится. Друзья, вы не забудьте, что игра, во-первых, в этом, в бета, версии. Поэтому много чего может быть непонятного. И может быть, я не знаю, там с оптимизацией, само собой, можно было получше бы сделать. Но что поделаешь, надеюсь, это все исправят. Вот так вот, проплыли этого чувака, чтобы он нас не трогал. И я вижу, у нас ветер пропал. Давай вот так вот. Все, ветер пошел. Ой, не знаю. Сейчас еды наберемся, воды. С водой вроде бы проблем нет. У нас целых 8 баночек. И уйдем в великое, долгое, блин, плавание, скорее всего. Там будем, как минимум, 2 сутки будем плыть, мне кажется. Когда мы заходим в часть нашего острова, почему-то показываются... эти шкала, короче, какого-то здоровья, чего-то или я не знаю чего, но какого-то здоровья. Очень странно, очень все это показывается, как будто у этого острова есть шкала здоровья. Секундочку, там у нас опять враг, надо будет как-то его обойти. Я бы с этими чуваками, кстати, поборолся, но тут легко, скорее всего, будет, полегче будет бороться, если кто-то будет у руля, вот типа как я сейчас, а кто-то будет у пушки. Потому что иначе ты просто должен стоять на месте там или хер знает чем заниматься и стрелять в этого говнюка, блин. И не уйти от него, ничего не сделаешь. Как бы корабль будет плыть, да, но он будет плыть вперед. А мне-то надо как бы сбоку быть, чтобы попасть в этого говнюка. А он уже стреляет, вот говнюк, а. Ветер, давай выловим. Отстань, падла. Отстань. Я домой плыву сейчас. Вообще нахер ты мне нужен. Все, идем домой. Потихонечку еще припаркуемся. База у нас небольшая, вообще маленькая такая, очень, ну, простенькая, совсем чисто для того, чтобы понять, как здесь все строится. Для этого мы это все и понаделали. А нужды как бы иметь большущую прям базу и так далее я пока что не вижу. В этой игре такой нужды я немножечко не заметил. Так, есть, припарковались, мы дома. В инвентаре что у нас тут? В инвентаре тут у нас всякая фигня для стрельбища, да, для того, чтобы как бы стрелять. Если вдруг припрет и, я не знаю, это мало ли. Ну, вот так вот. Так, здесь у нас верстак, вот как я уже и говорил. Сейчас, секундочку, баллиста, бла-бла, это нам сейчас не надо. Корабли. No medium boat learned. Мы не выучили никаких новых кораблей. Есть виндикатор класс, есть титан класс, спешл класс и так далее. Ничего мы не выучили. Чтобы выучить, я уже говорил, что нужно чуть ли там 1000 монет. А это много. А что она такая громкая-то? Чуть-чуть сделал потише. Чуток потише, потому что слишком громкая была. Вы до этого, до воды доберетесь, нет? Что-то идут и все не дойдут. Ой, так, смотри. Сейчас посмотрим, что мы тут мутим, крутим. Это, скорее всего, пока что я скину сюда. А знаешь, кстати говоря, что мне понравилось? Тут есть же возможность вместо этого паруса, потому что я уже задолбался, по идее, опля, менять парус под ветер. Здесь он очень сильно быстро меняется. Я бы мог на самом деле Yellow Crystal Boat Motor поставить. Для этого нужно 2 синих кристалла, бамбук, Pine Wood Plank 10 штук и Yellow Crystal. Запросто. В принципе. Как тебя на то, чтобы, ну, типа на крафт поставить, чтобы я тебя увидел? Трек, вот, вижу, отлично. Сейчас мы этим будем пользоваться, сейчас посмотрим. Blue Crystal у нас, по идее, должно быть. Нужно 2 штуки, да, вот именно вот этих. Отлично, ну, а можно тебе как-то вот... Нельзя. Наполовину нельзя? Нельзя. Нельзя, ну и хрен с тобой, берем тогда все. Бамбук, пайнвуд. Вот, пайнвуд пленки у нас тоже как бы есть. Это круто, это вообще шикарно. Yellow Crystal. Погоди, а что у нас Yellow Crystal здесь, его нет?
Секундочку. Тут же у нас было много вроде, нет? Ну и что мне с тобой делать? Мне интересно. Чувак, ну мы, ты сейчас меня бомбить будешь. Ну прям сто пудов, смотри. Так, давайте, короче, к нему плыть. Я хочу... Да-да-да-да-да. Со своего корабля я тебя бомбить не буду, потому что знаешь что? Сейчас я скажу. Потому что... Ого, во-во-во-во-во. Какие он волны серьезные делает. А потом... Да чё ты боится, смотри. Потому что он мне забомбит мой корабль, а этого мне не надо. Да я запрыгну. Дай. Я хочу просто мечом. Я меч, у меня просто меч очень серьезный. И... Ну... И давай, тут собака, вот сволочь такая, блин. Ну, я же говорю, блин, корабль-призрак, здесь никого нет. А чё нельзя? Погоди. Я сейчас толкну тебя, блин, на берег. Вот, тюха. Не создавай мне тут волны. Не получается. А получилось. И он успокаивается моментально. Когда ты на него заходишь, он полностью успокаивается. Взять пушечку не... О, давай, плыви-ка ты, маленький, прям на мель. Не хочешь? Серьезно? То есть я сел за этот, за штурвал, но... Парус не спускается, не поднимается, ничего. И рулить влево-вправо тоже не могу, очень странно. Хотя парус крутится. Это типа еще я сейчас что, приручил себе корабль? Не, ну быть такого не может. Потому что, смотри, на ВАСД не работает, он не поворачивает. Сам корабль не поворачивает, не слушается. Но могу парус как бы поменять, покрутить. И ветер не ловит. Хоть я кручу парус, но не ловит. Окей. Тогда я тебя поломаю. Что там у него выпало? А, по нулям, короче. Мы ему урона никакого не даем. Прям вообще, да? Ноль. Погоди. Да, ноль. Везде, короче, нарисовано ноль. И он отплывает, говнюк, блин. Слишком далеко отплывает. Use small boat. Инвентарь могу открыть? Нет, инвентарь не открывается. Пушечки тоже не ломаются. Блин, вот падла, а. Ну, поехали. Поехали, потому что он меня сейчас так возьмет, что мало мне не покажется и уплывет со мной вдаль. Это нам не надо. Вообще. Все, надеюсь, говнюк отстал. Надеюсь, что он не вернется. А давай, кстати говоря, все-таки, смотри, я автосейв выбираю. Надеюсь, игра сохраняться не будет. Я сделаю сейчас сейв без автосейва. Нормально? Нормально. И попробую. Если он у меня первым стрелять не начнет. Иди-ка ты. Сюда, это cannonball, да? Это мне не надо, по идее. Давайте я крысами стрелять буду. Вот так. Секундочку. Курицу пока что брать не буду. Можно же, да? Да, можно крысами. Use bullet. Поехали. Чу-чу-чу-чу-чу. В смысле? Он что, в меня больше стрелять не будет? А я его приручил, что ли, корабль? Слышь, кораблик, ты же меня стрелял постоянно, а что ты так лагаешь-то? Он на якоре стоит. Я не понял. И ты в меня больше не стреляешь. Твою мать! Собака! Ай, ё-моё, он в меня не стреляет. Вот, смо. А что ты на якорь-то встал-то? Вот собака такая, а? Да иди ты в жопу. Сам в себя, блин, стрельни, говнюк. Ай-яй-яй. Так, ну мы. Давай, блин, ну повернись. Твою мать, погоди, стой. Не ломай мне корабль. Вот. Ща. Я в него стреляю хоть, не? Чё-то ему вообще по барабану, что мы тут делаем. Стреляем мы в него, не... А чё он на якоре стоит-то? Прям постоянно. Ну я попадаю в него, вот. Это было высоко, это было нормально. Крысами, короче, стреляем, но это полностью нифига не делает. Окей, давай в мою постройку, чисто ради интереса, в мой столб. Тоже ничего. Короче, все потратил. Вообще все потратил. Могу ли я чем-то еще стрелять? Cannonball здесь у нас не с... Не-не, погоди, вот сюда возьми. Да не-не, что ты. Вот пушечку возьми, пушечку, use.
Так, use inventory, я понял. Это тоже я понял. Ага, вот о чем говорили люди про лаги, баги и так далее, да? Когда не очень-то хорошо отзывались об игре. Она что, сломалась у меня, эта баллиста? Ну и хрен с тобой, давай я проверю, у него хп есть? Ничего мы ему не сделали. Он только ветер, вижу, чует, чувствует и все. И почему-то он встал на якорь. Очень странно. И мы по-прежнему ему им управлять не можем, кроме как пару скрутить. Странная хрень, вообще странная. Но, как вы видели... Да тихо ты, чё ты, чё ты. Как вы видели, этот крысы, короче, этому кораблю ничего не делают. Перезапустился я, чтобы у меня этих проблем не было. Ну, чтобы крыски у нас были целы. Берем, короче, корабль, и я кое-что сделаю. Вы, наверное, спросите, а Кент, а что ты делаешь на этом острове? А опять снова и вернулся. Да, как бы на этом острове, где это большая построечка. Во-первых, давайте остановимся, я вам сейчас покажу, что я тут делаю. А вот, что я делаю, секундочку. А вот. Дайте мне открыть ящик. Нельзя, что ли? А ну-ка, с другой стороны, там слишком много мяса. А вот, что я делаю. Я забыл свое золото здесь, ты прикинь. Не, ну ты прикинь, как я мог забыть свое золото здесь. И, кстати говоря, раз мы уже здесь, я вам кое-что покажу. Да, вот они. Вот они, другие лодки, которые можно открыть. Cannon Blueprint. Это у нас Learn how to cannon contraption by что-то там. Это понятно. Вот есть Explorer Boat Class. Можно открыть новый класс кораблей за 1000 монет. И Explorer Boat Class Travel Blueprint какой-то. Это который за кем-то будет охотиться, Chaser. А это Traveler, типа путешественник, короче. Корабль-путешественник, 1500 монет. То есть, ты понимаешь, сколько здесь денег надо. У нас только 400, да? И это за все наши 7 серий. Вроде бы как. Да, или сколько там у нас? 7-8 серий. Хорошо, а здесь есть ли у них... А вдруг у них есть Unobtainium? Iron Ore, Steel Metal, нет у них. Unobtainium нет. А у тебя... У тебя задания, не буду я эти задания делать, они нам ничего не дают. Ни хренашечки, вообще ни хренашечки. Так, шоп. Кстати, давайте купим все-таки один этот титановый, короче. Короче, реликвия титанов, клад каких-то титанов. Давайте посмотрим, мы ее откроем. Я никогда еще именно за кладами не охотился именно по этим картам. Поэтому было бы неплохо проверить, что мы с помощью этих карт... Сможем найти. Я могу такое сделать сам? Освещение. Интересненько. Это я пока не знаю. И ты тоже не продаешь ничего хорошего, да? А если крысок дам тебе, сколько ты за это дашь? Ничего не даст, вообще ничего. Вот говнюк. А другое продавать я не буду. Что там им еще продавать-то? Ну, мясо не буду. А если обычный клад ему продать? О, за 13, почему бы и нет? Продаем, это у нас обычный клад. Мы его продали за 13 монет. Шикарно. Два чувака, короче, писали в комменты о том, что я не делаю, то есть не использую вот такую, допустим, эту функцию, короче, отвода воды и так далее. Ну, типа, тут очень такая серьезная, интересная функция с водой, можно, короче, мутить. И я это не использую. Вы понимаете, что вот это стоит, допустим, 8 монет, допустим, да? Плюс одна бутылочка. А есть вопрос. Я как бы могу, да, сделал, допустим, да. Но есть вопрос, зачем? Если нужда будет, как бы в этом, я это сделаю. Ну, типа там ящики какие-то взять в воде и так далее. А сейчас это мне зачем? Нафига это мне надо? Ну, пока что, лично пока что, слишком мало моментов в этой игре, где... Такая вот функция, она прикольная, да, но мало этих моментов и мест, где эта функция на самом деле потребовалась бы, если где-нибудь по заданиям там, если разработчики сделали или сделают какие-то задания, где нужно будет реально чуть ли там нырять в воду, то тогда еще эта функция будет востребована, а сейчас нафига мне это надо? Ну, допустим, на тебе кристаллик. С этими кристаллами у нас проблем нет, потому что, ну, у нас их и так много, допустим, да? И плюс к этому мы их добывать можем с этих, не используя и не тратя деньги, можем добывать их с синих маленьких титанов. Именно поэтому я это и не использую. Ну, в смысле, не трачу это золото на вот эти вот бутылочки, чтобы показать, как здесь работает вода. Это мы сделали в начале нашего выживания. А теперь я добуду себе немножечко тут пожарим.
Пожарим, пожарим, пожарим. Это значит вот так вот пожарим и мясцо, короче, закинем, полностью все пожарим и поедем, короче, к этому острову. А у меня, кстати говоря, появилась мысля. Смотрите внимательно, что мы можем сделать. Чисто внимательно. Вот смотрите. Находим местечко, где очень много вот этих, ну, вообще любых деревьев. И делаем следующее. Вот так вот. Вот так вот. Именно вот так. И вот так. И вот так. Смотрите, прямо не отрывая глаз, как говорится, да? Вот так. Отлично, все собираем. Мы сейчас на самом деле все пылесосим. Это называется пылесосивание. Это полная гребаная жесть, мне кажется, то, что я сейчас, чем я занимаюсь. Пайнлог, у меня уже нет места, понимаешь? Вообще нет места. Iron Ore даже есть. Так, это мне не нужен. Firegrass, уйди отсюда. Уйди. Firegrass мне не нужно. А вот это вот. Блин, Blue Crystal я не могу взять. И что будет? Сколько у меня этих? Нормально. Что будет, если я уже это делал просто? И сейчас я вообще в шоке от того, как быстро делаются деньги в этой игре. Вот так. Все полностью что добыл. Даже True Set даже продаю. Вот это вот продаю. И нормально. 200 монет. 200 гребаных монет. В итоге у меня уже 500. Плюс тем, что у меня сейчас есть... А кристаллы синие. Погоди. Иди сюда, чувак. Сколько дашь? Блин, а что так мало-то? Вообще мало, это невыгодно продавать. Iron Ore я тоже продавать не буду, потому что оно как бы и нам самим нужно. Ты понял? Как быстро здесь на самом деле можно замутить бабусики? Очень быстро. Все, копим деньги на то, чтобы построить себе новый корабль. Но поначалу нужно его изучить. Поэтому нужны деньги. Гляньте, у меня сейчас забитый медаль полностью. Ну, полностью всякой хренью. Смотрите внимательно, сколько мы денег сейчас соберем. Вот так. Вообще все продаю ему. Все, даже то, что я могу на самом деле. Я не знал, что True Sap у нас добывается. Ну, как бы вначале не знал, сейчас уже знаю. Но думал, что True Sap добывается только с кораблей, которые... С кораблях, которые находятся здесь у нас поваленные на земле. А на самом-то деле 673 монеты. Я ничего лишнего не продал? А за это ты вообще что даешь? Вообще ничего не дает. Значит, Firegrass продавать ему не будем. Неплохо. Вообще неплохо. Работаем дальше. У меня уже 1000 там уже в ящике стоит. И это еще. Идеально. Как там говорится, руки... Нет, погоди. Глаза боятся, руки делают. Мне кажется, так оно и получилось у нас с вами. А ну-ка гляньте, что у нас в инвентаре. 1000. Почти что 4000 этих Yellow Shards. 20 таких кристаллов и, ну, 25, короче. И еще можно даже еще продать вот эти вот 20 трюсепи, что-то я их не заметил. Все, уезжаем, знаете куда? Сейчас, секундочку. Ну, короче, богатые человеки в этой игре получается, да? Да, это мы еще не открыли. Хорошо, поехали. Будем, значит, в таком случае открывать с вами новый. Так, давай, пусть будет сейв. Откроем с вами возможность новых кораблей. Купим Vindicator класс, если есть такое, Titan класс, Titan класс и Special класс. Посмотрим, что это у нас даст, что это нам даст, потому что деньги на это уже как бы есть. Да, немножко времени это все-таки заняло, не так уж и легко было. Ну, в смысле, как бы легко, но все-таки надо было немножко времени на это оставить. Так что поехали. Ну, вот, прикинь, короче, я же сюда тронулся в эту сторону ночью, только как ночь появилась. Целую ночь. На самом деле, короче, время здесь улетает прям молниеносно. Так, ну-ка, разворачивайся спокойно. Ай, тихо. Всю ночь, короче, надо было плыть до другого острова. Офигеть. Бутылкин, здорово. Давай возьмем, почему бы и нет. Ну, здорово. Explorer boat class. А у меня места в инвентаре не будет, да? Так, секундочку. Я не хочу, чтобы что-то у нас тут пропало. А давай я скину вот эти вот бутылочки, допустим, вот так. Вот три бутылочки, мы, если что, их поднимем, значит, шопаемся с ним. Explorer Boat Class, есть контакт. И 1000 монет, конечно, 1500 уйдет на Traveler Blueprint. Давай, есть контакт. Все, теперь давайте мы это дело выучим. Вот у нас Explorer Boat Class, Chaser Blueprint, это у нас...
Корабль, короче, где есть вот этот парус, можно мотор поставить. И, само собой, два слота открытых. Это можно сюда броню поставить или эти пушки и так далее. Изучаем, конечно, изучаем. И еще мы с вами изучаем вот эту штуку. Опля, это у нас напередок, да? Explorer Boat Class Traveler Blueprint. Так они же по названию вроде то же самое, вроде бы. Очень странно по названию. Ну, допустим, изучаем тоже. You have learned, в смысле? А, изучили. Все, нормально. Вроде бы нормально. Что у него еще есть? У него есть Canon Blueprint, но мы это... Ну, короче, деньги у нас есть, так что... Это просто Canon, по идее. Вот сейчас Traveler изучился, это хорошо. Но странно, потому что Canon это и есть... Learn how to make this control. Понятно, Canon will be learned once, это мы знаем. Изучили сейчас, как сделать... Canon это пушка. Но вроде бы как пушку я мог делать. Вроде бы как, но неважно. Деньги у нас есть, поэтому не страшно. Здесь у него все изучили. Все. У тебя ничего такого нет. Бутылочки, идите-ка вы сюда. А что мы это? Иди сюда, чувак. Я тебе еще продам еще немножечко этого говнеца, потому что... Медленно здесь надпись идет. Вот это скину. Бутылки пусть будут. И, в принципе, как бы все. Продаю. И мы еще остались деньгами. У нас еще есть 1000 почти что монет. Чувак. Это мы уже у тебя покупали. Ха. Есть еще момент. Раз у нас деньжата все-таки имеются. Я бы хотел, где и у кого продается... Это нам не надо. У кого-то из этих продается ремонт. Ремонт корабля. Инструменты по ремонту. У него, скорее всего. Да, по 10 монет. А вот так вот. Мне его легче купить, чем... На самом деле так оно и есть. Легче купить, чем скрафтить. Чтобы вы знали. Так, Не-не-не-не, никакой мишен, иди в жопу. Никаких мишен. Ваши мишены, они вообще, короче, никчемные. Кораблик, иди сюда. У меня есть дело к тебе. Давайте посмотрим на карту, что у нас здесь есть. На карте есть вот такая вот меточка, не знаю для чего, но она есть. И я бы хотел вот так вот сделать и открыть этот рецепт клада. Unseal, чё? Once up the real is no longer as valuable. Окей. Давай, раскрываем. И где-то на карте появляется точка с... Складом или что это такое? Ни хрена не появилось. А, вот она. О! Это... Map World... World 1. Это же этот остров, блин. Там не... Странно. И что там мы должны найти? Dead Man Reef Tropical. Ведь я знаю, что так называется этот остров. Мы тут, этот остров и этот остров. И эту карту если открываем, тут как бы есть какая-то хрень. Очень странно. Чем мы там должны найти? Фиг его знает. Ну поехали потихонечку. И кстати говоря, перед тем, как мы с вами пойдем, да и посмотрим на этот клад, я бы кое-что сейчас... Ну-ка давайте ветер поймаем. Я бы посмотрел, что стоит и сколько и чего стоит сделать новые корабли. Тут бревно плавает. Неплохо. Это хорошо. С физикой в этой игре более-менее... Вроде бы как более-менее все нормально. Давай еще немножечко. Вот так вот. Идеально. Ну прям мастерски. Такс. Смотрим. Ай-яй-яй. Как же это? Короче, здесь мы ни хрена не выучили. Вообще ничего. Я думал, мы это изучать будем. А это у нас не то. Мы изучили сейчас Explorer класс. И... А Small Boat класс? Погоди, это Small Boat класс. Это у нас Explorer. Первый то, что мы построили. Второй это Chaser. Это который за кем-то следит. И опять Traveler. Explorer и Traveler это путешественник. Explorer это тот, который что-то изучает. Хорошо. Один contraption слот. Скорость у всех одинаковая. По весу этот тянет больше веса.
И здесь два слота, короче, боковых слева, здесь слот, скорее всего, спереди и так далее. Блин, ну... Metal, Steel Metal 18, ё-моё. В чем плюс? То есть это получается чуть не ли... Чуть не ли что это мы будем делать-то? Это получается мы откроем корабль, который имеет два слота слева, и корабль, который имеет два слота спереди, еще какую-то хрень спереди. Я не знаю, есть ли смысл делать их или нет, потому что, блин, это тот же корабль на самом деле. Просто открываются два слота, да? Вот тут открывается у одного корабля, а эти вот две штуки. У второго вот эта вот штука. Три даже, три слота вроде получается, или как это? Блин, ну фиг его знает. Фиг его знает. Может быть, все-таки смысл есть. Тут меняется только... Ага, 18 слотов. Не слотов, а металл, стил металл. Блин, стил металл. 18 штук аж. Аж 18 штук. Давайте посмотрим, сколько у нас есть. Потому что вот с металлами именно стил металл. Это не так уж и быстро делается. Секундочку. Сейчас мы глянем. Че тут камера так прыгает, когда он бегает? Так, с металла у нас, если не ошибаюсь, здесь. Steel Metal у нас 4 штуки. Iron Ore вроде бы как есть. Железная руда. И для этого нам нужен этот Коракал. А, он уже закончился, да? А, давай добудем. Мысля у меня появилась. Давайте весь этот мусор уберу, потому что это на самом деле реальный мусор, который нахер ему тут не место. Я полностью все соберу. Вот такое ощущение, что это тоже может как бы немножечко забаговать игру, там, сделать FPS поменьше и так далее. И не забывайте, что мы из этого говнеца можем на самом деле сделать довольно интересную штуку. То есть стеночку какую-то сделать. Стену как бы, да? Стену. Стену, стену. Ну, вы поняли. Ну, защититься. Смотрите. Вот, допустим, вот так вот. Вот тебе стена. Только, ага, еще выше даже. Вот, видишь, стена из грязи. То есть вот такая вот механика в игре есть. И она работает, довольно неплохо работает. Вот тебе стеночка. Ага, выше нельзя, понятно. Понятно. То есть на самом деле, если так подумать, можно сделать себе домик из грязи. А, уже не стыкуется, понял. Да я хрен с тобой. Давай сюда поставим. Вот, лучше уже так, чем просто, чтобы эта грязь валялась просто на земле. Вот, отлично. И последнее. Я не понял, у меня что, баг что ли? Они закончились. Они нормально, вот сейчас закончились. Вот такая вот стена, как она ломается? Да. Быстро она ломается. А ничем она, эта стена, нам вообще не поможет, кроме как если мутить что-то с водой. Потому что воду здесь можно удерживать с помощью таких вот стен. Кривовато немножко сделал, но бывает. Мутим этот коракал, или как их, чаркол, я не знаю, что такое, но, короче, мы его делаем. Теперь Steel Metal. А для того, чтобы делать эти слитки, нужно Iron Ore. Iron Ore, куда я тебя скинул-то? Скинул я тебя... Погоди, у меня его что, нет, что ли? Должен уже был быть. Iron Ore, вот, иди сюда. 8. Мало. Нужен металл, нужного металла побольше. Камня здесь дофига, а металла уже нифига нет. Я с этого острова весь металл, блин, сбрил. Где еще металл найти-то, чтобы сделать себе... Апгрейд корабля-то. Must eat. Да, сейчас покушаешь. Погоди, секундочку, секундочку. Где металл? Кто видит металл? Металла что-то я не вижу. Там... А, есть. Ну, это близко к этому чуваку, блин, к зеленому. А мы его не сможем никак убить. Вообще никак. Пока что. Пока что не сможем. Что другое надо. Ну, я попробую. Попробую поближе. О, да что, блин, ну это близко очень. Присесть могу? Нет. Чувак, стой на месте, стой на месте. Я тебе ничего не делаю, я только краду металл. И все, да блин, стой на месте, что ты сюда идешь-то? Блин. Давай, 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 давай. Это он в меня сейчас? Да в меня, конечно, твою мать. Адрес, спасибо, что сломал мне кусочек металла. Да иди ты. О, какой он быстрый. Я ушел. Ушел. За мной еще идет. Ху.
Трындец он быстрый. Офигеть. Надо было остальные слитки купить на том острове, но я уже туда возвращаться не хочу. Я уже три раза сегодня уже всплыл туда. Это очень долго, это слишком долго. Вот металл еще вижу. Смотрите, какая фишка есть в игре, я ее и не пользовал. Смотрите. Опля! Круто. Очень быстро. Ого. Стена-то прикольная. Нужно каменную такую же сделать. Глянуть, как она будет работать. Так, секунду. Да не-не-не-не-не. Какой спать? Спать нам сейчас не надо. Вообще не надо спать. Где у меня еще был металл? Металл был здесь. Иди сюда. И берем, конечно же. Да, сейчас покушаешь. Че ты? Че ты? Че ты? Че ты? Сейчас покушай. Погоди, тоже забирай. И сейчас глянем, что у нас есть по... Ага, отлично, отлично, шикарно, 28 штук мы сделали с вами. Да попьешь ты, попьешь, я все вещи сюда скинул, это мои вещи. Все эти вещи, это наши вещи, крыску. Туда поставим и попьем, на тебя, на тебя. Нам нужны планочки, и планочки у нас находятся вот здесь. Вопросик, давайте сейчас создадим, короче, замутим с вами. Автосейв убираем, делаем здесь сейв, конечно же. Отлично. И сделаем сначала первый. Да. Так, а, трисеп. Сок дерева, вот. Еще раз делаем маленький такой вот сейв, короче, чтобы было все чики-пики. Теперь идем сюда и смотрим. На него, на этого мне не хватает гвоздей. Чтобы гвоздь сделать, нужен металл. Металл уже на этом острове вообще ни хрена нет его. Поэтому чпуньк, ага, это боковой. Чисто посмотрим, будет это новый корабль или это будет вот апгрейд этому, билд. Да ну, блин, новый корабль, блин, а нахера мне столько кораблей? Ха, интересно. Интересно, very интересно. Ну, то, по крайней мере, сбоку можно больше чего поставить. Допустим, пушечку одну, потом кран поставить. Ну, неплохо, как бы, да? И вот эту штуку. Блин, ну, даже не знаю, где мне еще металл найти, чтобы у меня было два слота. А че я парюсь? Это один хрен, не тот, не другой корабль. Поэтому мы делать третий даже не будем. То есть у них то же самое вообще по статам. Вот здесь смотрим, да? По статам то же самое все. Кроме как у этого будет сбоку, с левой стороны всегда два слотика, которые открываются. А у того будет два слота спереди. И все. Че это такое? Синенькое было. Ага. Все, короче, теперь... У меня была мысль сделать мотор, потому что парусами уже задолбался плавать. Это было где-то... Сейчас, секундочку. Вот. Синий кристалл, желтый кристалл, бамбук и планки. Так-с. Что у нас здесь? Yellow Crystal Boat Motor. Давай. Вот он. Вот он, fuel consumption rate, speed increase и вес. И само собой, в таком случае я этот корабль, ну, якорь поставлю, значит, в другом месте, смотри. Это наш корабль. Это наш кораблик, здесь у нас всякая хрень, короче, есть. Секундочку, я тебя хочу с якоря снять. Все. И здесь, короче, стой. Вот где-то вот так вот, да? Сбоку, тихо, прям сбоку будешь у нас стоять на якоре, вот. Ну, можно чуть дальше, чуть-чуть, вот так вот можно. Все, тихонечко, он уже на якоре встал. А этот корабль, новый который, мы его, могу ли я? Могу развернуться, давай. Хочу зайти сюда, в наш док. Мне кажется, он чуть-чуть пошустрее поворачивается. Погоди, это же можно здесь сделать, да? Да, можно и здесь сделать. Смотри. Мотор. Могу? Не могу? Куда тебя поставить-то? А, мотор, значит, не здесь устанавливается, а Best Armor. А, ну мы и смотрели, что здесь вообще ничего не устанавливается, только в этой верфи, если можно ее так назвать. Вот так вот. Мотор. Опля. Опля! Не, ну ты видишь, мотор, блин. Я могу себе поставить boat crate.
Вот, это, ну, ящик, что ли? Погоди, секундочку, это слоты добавляет? 4 слота здесь. А если мы сюда... Тихо, стой. А если мы сюда вот это замутим? Там вес, вижу, добавляется. Ух ты ж, ёлки-палки, блин, сколько здесь этого слотов-то. Крутая тема. Я могу еще одну штуку такую поставить, и мне вообще база не нужна, потому что все у нас здесь... Ну как, база нужна, потому что что там? Your boat need fuel. Это я понял. Секундочку, close. Что еще могу сюда поставить? Защиту. Да? Вот так. Хрен знает, защиту ставить или все-таки стрелялку эту, баллисту ставить не буду, потому что она ни хрена не делает. Вообще ничего не делает. А какое топливо здесь надо? Use. Yellow shards, вот оно как. Оно топится не из кристаллов, а из этих мелких кристаллов, короче. Или? Или нет? Серьезно? Вот так даже можно? Странная фигня. Еще раз, если сюда возьму, напишут мне. Там что-то было написано насчет, что твоему кораблю нужно топливо. Блин, ты что, реально yellow shards'ами питаешься? Золотом? Ну давай, 5 штук возьму. Вот эти вот, да тихо, тихо. Это туда. Все возьму, короче. И посмотрим. Кораблик. Ты чё, блин, кораблик, блин? Ты золотом питаешься? Если это так, то это полная грёбаная жесть. Yellow Crystal. Вот. 496. Что это такое? Вот это что? 496. Yellow Shards, Refine, Recipes, Crates, окей. Сейчас оно поедет, да? Хрена себе, блин, скорость. Там было 496, и еще бак наполовину только заполнен. Наполовину. Скорость офигенная. Никакой ветер не помешает, вообще никакой. Делай, что хочешь. Ну, можешь просто отправить свой корабль, короче, в хреновую, блин, сторону и выйти просто, ну, не то чтобы выйти, а отойти от стола, блин, и он просто поплывет вон туда, куда нам якобы надо. Неплохо. Главное не потерять его. 496 было, стой. А сколько мы сейчас потратили? Вот сколько, сколько. Сюда. Погоди, сколько было? Так, 459, сейчас у нас 459, еще раз. 459, я поехал. На обратно. Было 459. Стой, стой, как говорю. Я поездил минутку, 459. Ё-моё, ну ты прожорливый. Нифига себе, если это было 459, сейчас у нас 419, мы потратили с вами 40 этих шарцев. Это офигеть. Вроде 40, да? Да. Охренеть, ты прожорливый-то, ёлки-палки, блин. Крутая тема на самом деле. Там костерчик горит внутри. Ну, круто как бы смотрится, но это капец, блин. Я уже все-таки лучше на парусе поеду, потому что он бесплатный, блин. Да, но круто, но очень-очень прожорливо. Это вообще невыгодно. В таком случае мы делаем следующее. Мы на этом топливе. Если у меня топливо закончится, это полная гребаная жесть. 420 сейчас у нас есть этих шарцев, да? Автосейв убираем. И у нас же была цель увидеть, что с этим... Вот нам туда надо. Что с этим кладом? Клад у нас находится вот на этом вот острове. Посмотрим, клад ли это или не клад. Но мы посмотрим, глянем, что там есть. И с этих 420 yellow shards глянем, что останется, когда мы туда доплывем. Так, проплывем, кстати говоря, рядышком с этими говнюками. Садись, садись за руль. Прям рядышком буду. Посмотрим, если они, во-первых, на таком, на такой скорости нас попробуют догнать. И еще, ну, взял ремонтные эти инструменты, чтобы, если что, как бы починился.
если вообще смогут попасть. Давайте посмотрим, что они мутить крутить могут. Давайте, парни, бейте нас. Стреляйте, блин. Вдвоем, у нас скорость как бы ого-го. А если на таран? А если на таран? Тэдэнс. А на таран у нас вообще не помогает. Ага, он типа пытается на упреждение, ты видишь, да? Фигня, короче. Ну да, уйти от них это вообще легче простого. Но мы еще не доплыли. Доплыли. Вроде бы как. Сейчас мы тут рыбки аккуратнее, рыбки аккуратнее, аккуратнее, рыбки. Тихо, тихо, тихо. Отлично, есть контакт. Сколько мы потратили в одну сторону? Было, сколько там, 420 было, сейчас осталось 250. Это охренеть. Как много этого добра уходит. Тихо, парни. У меня сейчас хороший такой серьезный меч, поэтому не нужно напрягаться-то. Здорово, чувак. Карта, открываем карту, секунду. Давайте, где у нас карта? Титан, бла-бла-бла и так далее. Иди сюда. На шестерочку. Титан, релик, трезор, мап. Я чуток не понял. Игра, ты прикалываешься? Когда я первый раз открывал карту, она показывала по-другому. Блин. Мы здесь. Где-то в море это будет, да? А я кран с собой не взял. Ну, идеально. Вообще идеально. Но, короче, самое главное сейчас пойти и глянуть, если мы вообще это дело найдем. Давайте сейв сделаем. В море найти эту штуку, блин. Где-то вот здесь было нарисовано, да? Сейчас глянем. Так, ну где... Вот. Стой. Мне здесь нужен кран. Блин. А вот говно, а? Я нашел. Я нашел точку этих... клад, короче, нашел. Охрененно, шикарно. Короче, поехали за краном. Сейчас мы вместо этого ящика поставим кран. И, кстати говоря, от нашей лодки ночью исходит какой-то свет. Это из-за того, что у нас моторная лодка. Уже, да? Да. Тихо, тихонечко, спокойно. Вот так вот. Ну и туда-обратно мы потратили с вами что? Ну, короче, осталось из 420, осталось 68 Yellow Shards. Затратное дело, очень затратное. Значит, ставим сейчас парус и кран. На тебя мы ставим парус. Вместо мотора уберись. Вот так. Давай, меняйся, что ты? В смысле, что не хочешь? Так, не понял. А что ты не хочешь? А, я понял, там эти шарцы есть, поэтому сейчас мы их высунем отсюда. Прикол. О, сейчас это все заработает. Видишь, как мысля работает все-таки. Так, иди сюда. Отлично. И парус туды. Ну, пусть будет и ящик, и кран. Шикарно. Шикарно. Ну и по старинке поплывем все-таки на парусе. Скорость поменьше будет. Крутить, мутить надо будет по-любому этот гребаный парус. По ветру всегда, блин, направлять его. Но дешевле. Где это гребаное? А, вот она, вот. Ух ты, как далеко, как высоко можно поднять камеру, офигеть. Вот у нас меточка, друзья мои. Ну-ка иди сюда. Ац-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Стоямба. Смотрим, кран, работай. Эй. Такс. Не понял, мы прям на точке прямо. А что там поднимать-то надо? Или что-то другое надо делать? Так, открой карту. Все правильно. Вот здесь, между этим и этим, вот там. Между этим и этим, вот там. Меточка есть. Ну я прям над ней. Еще ближе? А может держать надо? Чтобы еще глубже пошло. Нет. Давай еще ближе подойду. Вот. Блин, ничего не добывается. Я прям на этом, прямо в центр креста этого засовываю кран. Ничего не происходит. А как это сделать-то? Может подождать, пока у нас... А, я вижу дно, кстати. Может подождать... Ага. А может мне туда дорогу из этих бутылочек сделать?
Чтобы до этого добраться-то, ёлки-палки-то, а? Ха! Кран не помогает вообще. Сейчас мы уже переместились. Но он не помогает. Блин, а я-то думал-то, ёлки-палки, а? Вот говно. Что это означает? Это как понимать, я перезапустил игру, вы поняли, да? И походу у меня перс сохранился на корабле. Очень странная вообще механика, прям... В смысле? Акула? Еще перезапуск делаем? Нормально. Я думал, все мои инструменты пропадут, но вроде бы как все на месте. Это радует. Это на самом деле радует. Это вообще шикарно. Да вообще идеально. А в какого хрена... Короче, я понял, сохраниться в этой игре... Не то, что сохраниться, а выходить из этой игры нельзя, будучи... Будучи на корабле. Нужно выходить, короче, на землю. И только потом выходить из игру. Из игры. И то, что я сейчас перезапустился, это не помогло. Потому что при выходе из игры игра все-таки меня сохраняла на вот этом острове. На вот этом, а не на этом. Это плохо. Так, погоди, у нас что-то тут есть? Стоямба, Seagrass. У нас тут всякая хрень довольно хорошенькая есть. Бутылочки тут уже есть, имеются. А вот Yellow Shards у нас тут мало. А у нас их вообще здесь нет. А с тобой торговать можно? Я могу тебе Yellow Shards? Сейчас, погоди. Не, с тобой торговать мы не можем. И, по крайней мере, будем знать, что выходить в море вплавь, именно типа слишком далеко от этого, от твоего, или там от другого острова нельзя, потому что так механика игры не допускает. Она просто убьет тебя с помощью акулы. Чисто ради интереса, смотрим, что у нас здесь. Вот я могу как бы добыть, да. Могу добыть и замутить себе бутылочку. Посмотрим, сколько бутылок нам нужно будет для того, чтобы пойти туда вниз, за этим кладом. Потому что мы же за кладом как бы идем. Отлично, у нас есть 8 бутылочек и 13 штук. Ну давай. Блин, одна бутылка. Мне нужно хотя бы, я тебя могу переделать. Из кристаллов замутить себе куски кристаллов. Нельзя, здесь, по крайней мере, нельзя. Ай-яй-яй, так, хорошо, давай найдем кристаллы. Вот тебе и кристалл, который держит воду, и ящик, который имеет эти кристаллы. Идеальный расклад, вообще шикарный, даже два даже. Смотри, тихо, инвентарь полон. Почему? Уберись. Ты тоже уберись, ты мне не нужен. Давай рубим. Быстро есть, успели. Итак. Три бутылки. Лучше и не бывает. Скинуть. Поехали. Короче, есть два расклада. Там нужно будет или... сделать дорожку из этих бутылок, ну, чтобы вода ушла до того крестика. Или же сработает, если я прям на тот крестик нажму, бутылочкой кину, и вода просто уйдет. Так что сейчас посмотрим. Вот он, крестик. Да. И смотрим. Как я и говорил, или нужно будет дорожку сделать оттуда до крестика. Или мне поможет просто-напросто, если я скину сюда. Смотрим. Что-то происходит. Еще ближе. Я пошел. Надо еще ближе. В смысле, ближе к крестику. Давай. Спускаемся. Хотя мне туда надо. Далеко кинул, мне кажется. Давай. Ой, тихо, корабль, держись. Блин, а как кинуть? Прям сюда, прям, ё-моё. А фиг его знает, как сделать так, чтобы попасть, блин, по этому кресту, блин. Вот говно, а. Ой, тихо, кораблик, нет. Дай. Есть. Сейчас мы еще утонем. Короче, не попал я, получается, почему-то. Тут, получается, уже слишком далеко, и акула тебя может сожрать. Но это хреново.
А я вынырнуть отсюда смогу? Да, неплохо. Ой, нужно еще больше этих кристаллов, походу. И наши бутылочки заканчиваются, эффект бутылочек заканчивается, и все. И смотрите, вот эта вот воронка, она сейчас, да, захлебнулась. Вот это вот плохо. На базе еще вода ни разу не поднималась так высоко, чтобы затопила базу, блин, это как понимать-то? Это офигеть на самом деле. Вообще ни разу. Что-то, короче, в этом мире у нас случилось, что такие серьезные волны. А я пошел за этими добывать деньги. Прибыли. Так, сейчас я останавливаюсь подальше. Смотрите внимательно, что мы делаем. У нас есть 10 бутылочек. 10 попыток. Значит, я должен кинуть не так далеко, потому что она улетает каким-то боком слишком далеко. По корабле передвигаюсь. Офигеть, какая фигня, блин, происходит. Вот так вот должен кинуть, чтобы... Вот так вот. И еще глубже. И еще глубже. Я пошел. Попал? Это у нас, не знаю, что мы тут сделаем. Еще ниже, давай. Сюда. Давай. Спускай меня еще ниже. Давай. Хрен знает, что у нас такое здесь. Давай через текстурки. Блин, крест у нас с этой стороны. Давай. Вали. Где крест? А где клад? Крест там. И чё? Блин, тут у нас, вот смотрим. Крест вот он, там акула. Тут акулы плавают. Нифига нет здесь. Акула, здорово! Вот он, крест с другой стороны. Сейчас, погоди. Камера, поворачивайся. Не хочет камеру поворачивать. Еще ниже. Вот он, крест. Да нет здесь ничего, блин, под крестом. Странная фигня, блин, с этим кладом. Давай выше. Еще выше. Давай. Кое-что хочу делать. Давай, если успеем. Успеем. Или нифига не успеем. Есть. Стоямба. Эй, сейчас ниже. Твою мать, тихо. Вакханалия, блин, настоящая. Краном. Ну, не туда мы сейчас копаем. Краном, конечно. Все. Короче, друзья мои, если вы знаете, как достать эту хрень, блин, пишите в комментарии. Ой, у нас сегодня не получилось. Я не знаю. Может быть... Да не, нифига не может быть, блин. Короче, чтобы вы понимали, одна бутылочка, чтобы опустить воду так низко, одной бутылки не хватает. 2-3 бутылки нужно, чтобы опустить воду так низко. А чтобы эту дорожку вот отсюда, вот до туда вот сделать, это вообще полная жесть, сколько бутылок надо. Плюс к этому мы там через текстурки, через баг посмотрели. Там нифига нет. Вообще ничего нет. Очень-очень странно. Друзья мои, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам все понравилось. Ну, я попробовал. У нас серийка очень длинная. Хоть я и пишу тут 3 часа вот и 15 минут. Но я по-любому сделал так, чтобы она была короче. Если вам все понравилось, если вы хотите увидеть продолжение, что у нас будет на вот этом острове, потому что вы видели сами... Тут у нас еще один знак появился. Странно. Если вы хотите увидеть, что будет дальше, не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на канал, а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока!